Мой рабочий год начинается с 3 дней выставки шот-шоу. Если взять 3 магазина, можно устроить маленькую войну. Автомат Калашникова, который собирается здесь, в Америке. Это все равно, что патентовать колесо и претендовать на него сейчас. Сайга 9. Сейчас узнаем цену, сколько в магазине стоит это. Потом скажем, сколько это стоит в охотактиве. Опачки. Хорошая. Пластиковый патрон. Ну, вы можете представить? Я увидел здесь стенд, который, скажем так, в принципе, это есть у каждого нормального мужика. Этот пулемет просто бомба. Как добилась эта компания такой развесовки? Куда уходят наши мозги? Куда? Друзья, добро пожаловать на шот-шоу 2022. 2 года не было этой выставки. И вот мы в холле, который предвосхищает вход в первый павильон. Сзади меня всегда располагалась пресса. Сейчас ее, к сожалению, нету. Здесь несколько презентационных павильонов, в которых располагаются системы безопасности и небольшие сувениры с шот-шоу. Я жду от этой выставки прежде всего встречи с давними партнерами. Может быть, я какой-то найду ассортимент для нашего рынка, который удивит либо улучшит те товары, которые есть уже сейчас у нас. Ну что, пойдемте посмотрим на выставку. Конечно, обязательно здесь все ходят в масках. Только мне разрешили, потому что я снимаюсь для вас. Ставь лайк, пиши комментарий, а мы начинаем. Есть компании, которые только образовались, это новые компании, те, которые только пытаются зайти на оружейный рынок. И для них специально организован этот павильон. Потому что павильон центровой, большой, где представлены Бенелли, Браунинг, Беретта, Винчестер, Ремингтон и другие гиганты оружейной промышленности, они, конечно, зарезервировали за собой места на этой выставке еще многие десятилетия назад. В этом году людей на самом деле, конечно, меньше, последствия пандемии. Но я все равно смогу для вас найти что-то интересное, привезти, и чтобы порадовать наших любителей и оружия, и активного отдыха. Новые технологии привлекают внимание сегодня, и вот здесь сюда привезли собаку. Я не знаю, для каких целей ее можно использовать. Опачки! Хорошая. Сейчас нашли автомат Калашникова, который собирается здесь, в Америке. Люди сделали пресс и сделали идеально один в один модель. Специалист по разработке и конструктор бывшего завода Orsys Константин сейчас разговаривает непосредственно с владельцем компании. Он расскажет, что же они все-таки сделали, как им удалось добиться такого результата. Вот после осмотра этой модели, что ты можешь сказать? В принципе, достаточно аккуратно, на хорошем технологическом уровне, потому что штамповка – это, в общем-то, такая ахиллесова пята. Кто помнит, при том, что первый Калашников АК-47 на конкурсе был штампованный, в серии его пришлось делать фрезерованием из-за того, что промышленность не могла потянуть штамповку. Достаточно высокотехнологичная вещь, которая требует очень тонких настроек оборудования, знаний именно работы с листовым металлом. Парни реально делают аккуратно. Причем то, что я вижу, они не только саму штамповку делают качественно, со всеми рипсами, выдавками, но и достаточно аккуратная сборка, нигде не передавленные пины, что при тонком листовом металле, в общем, такая достаточно традиционная ошибка, когда частники на, так скажем, гаражном уровне
передавливают и имеют проблемы. Сказать что-то более подробно, ну, в любом случае, как так сказать, нужна более глубокая препонация, тесты живые и так далее. А я так понимаю, что эта компания купила станки и может производить вот такие автоматы Калашникова здесь без использования лицензии, без всяких вопросов, и к ним никаких претензий никто не предъявляет. Претензии с чьей стороны, смотря какой лицензии мы говорим. Лицензия на производство им нужна, это так называемая FFL Type 7. Нет, я не говорю про лицензию на производство оружия здесь, я говорю про лицензию использования именно этой модели, производства модели концерна Калашников. Это не есть модель концерна Калашников, потому что это изделие родилось, когда концерна не существовало в природе. Это, к сожалению, такая достаточно давняя история со спекуляцией, такой больше политической. Дело в том, что ни один патент в мире не действует дольше 20 лет. В принципе, но при том, что Калашникову уже за 70, я имею в виду автомату, а не человеку-легенде, то ну, о каких патентах мы говорим? Это все равно, что патентовать колесо и претендовать на него сейчас. Чтобы найти ту компанию, с которой хочешь встретиться, нужно искать ее по вот этим меткам, которые располагаются на полу. Еще хочу заметить, что появились свободные зоны. Это значит, много компаний на самом деле не приехало сюда на выставку. Это тоже говорит, скажем, не очень хорошей ситуации и в экономике, и в сегменте оружейном, не только в Америке, но и во всем мире. Сейчас мы идем на стенд, которым руководит Константин. Они разработали пистолет-пулемет, про который он любезно согласился нам рассказать. Особенность этого пистолета-пулемета, что там практически нет отдачи. Газоотводный, представляете? Я правильно все говорю? Сейчас на месте расскажем нюансы. Ну вот мы на компании LMT Defense. И это изделие разработано благодаря тебе. Ну, в том числе, как бы мы командные игроки. Тут в Штатах не принято перетягивать одеяло на себя. Вот. Но все-таки расскажи о нюансах этого пистолета-пулемета. Исходно задача стояла сделать 9-миллиметровую систему. На рынке очень много систем под девятку со свободным затвором. У них всех есть одна особенность. Затвор должен быть достаточно тяжелым, чтобы задержать отпирание, так сказать, системы, пока не упадет давление. Тяжелый затвор приводит к тому, что, ну, условно говоря, этот кусок металла летает внутри системы, как в старом УЗИ, и каждый раз его шатает. Соответственно, там есть некоторые проблемы с контролем. Как решить эту проблему? Одной из компаний была Zigzaur. Они сделали первыми систему с газовым двигателем. Запатентовали расположение газоотвода максимально близко к патроннику. Потому что пистолетные патроны, они не такие мощные, как винтовочные. Там нужно иметь возможность отобрать достаточно энергии для функционирования. Они запатентовали, но, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И вы придумали что-то лучше. Мы придумали лучше. Мы придумали, как забрать энергию дальше от патронника в зоне более низких давлений. А с другой стороны, это дало нам некоторое преимущество. В зоне низких давлений ты не так чувствителен, не так критичен к разным боеприпасам, разных производителей, к разной температуре за бортом. Друзья, вы напишите, как вам такое изделие, и самое главное, куда уходят наши мозги? Куда? Я обещал вам показывать интересные вещи, которые заинтересуют меня, я думаю, многих владельцев оружия. И хочу рассказать о фирме Christensen Arms, которая располагается в Юте, Salt Lake City. Вот. И они делают оружие невероятно легкое. Из-за чего это получается, сейчас я вам расскажу. Мы подходим к стенду, и когда ты берешь в руки 300-й калибр, ты изначально понимаешь, что это ружье весит не менее 3,5 килограмм, а может быть даже все и 4. Это весит 2 с небольшим. Как добилась эта компания такой развесовки? Внутри ствола идет тонкая-тонкая металлическая трубка, которая полностью обволочена несколькими десятками, может быть даже сотнями витками карбона. И практически все в этом ружье сделано вручную из карбона.
Карбон, во-первых, очень долговечен при стирании, при царапании, и можно его бесконечно долго использовать. Это относится и к прикладу, и к стволу. Очень прикладистое. Такое ощущение, что ты просто цевьё прикладываешь. Еще нет здесь ствола, когда ружье не собрано. Вес примерно такой же. Стоит такое ружье здесь, в Америке, $6000. Но я думаю, что это того стоит, потому что практически все детали сделаны вручную, а зарплата здесь в Америке, сами знаете, насколько больше. Также здесь на стенде представлены арки, тоже сделаны из карбона и титана. Невероятно легкие. Средняя стоимость в розничном магазине от $3500, когда обычная арка стоит 1000-1100. Друзья, как вы думаете, есть ли перспектива у карбонового оружия? Смогут ли компании в России разрабатывать такие модели? Напишите, нам будет очень интересно. Может быть, кого-то это заинтересует и сподвигнет производить что-то инновационное и на нашем рынке. Друзья, в этом павильоне представлены компании, которые производят свое оборудование и свое, скажем так, обмундирование для полицейских не только Америки, но и всех стран. Этот пулемет просто бомба. Здесь под большим пальцем правой руки есть джойстик. И когда ты его двигаешь вверх или вниз, пулемет перемещается в то или иное положение. Да, друзья, еще многие компании используют для привлечения покупателей, клиентов именно рекламные какие-то акции. Вот видите, очередь выстроилась. Там либо что-то дают бесплатно, либо продают, либо расписывается какая-нибудь популярная личность. Не только в России любят халяву. Друзья, мы на стенде компании Desert Edge. Оружие будущего, как написано у них на лозунге. Она находится тоже в Юте, тоже в Солт-Лейк-Сити, как Christensen Arms, про который я рассказывал буквально 2 минуты назад. И чем интересна эта компания? Здесь вариация на тему арки. Посмотрите, какой у них магазин. 4-рядный магазин для арки. И он действительно работает. Здесь 53 патрона. Если взять 3 магазина, можно устроить маленькую войну. Калибр 556, но это еще не все. Здесь также компания сделала пул-пап из арки. Магазин расположен практически в прикладе. Это дает возможность более короткому быть оружию, и развесовка в приклад идет значительно больше. Из-за этого меньше отдача, и карабин стреляет точнее. Но и это еще не все, друзья. Здесь, на этом стенде, я нашел вот такое ружье. Полностью в пластике. Металлический, только ствол. Это мелкашка. Я думаю, что ее можно перепутать с ружьем в детском мире. Но только здесь все гораздо серьезней. Здесь магазин на 10 выстрелов. Их располагается здесь 2 запасных и 1 основной. Достаешь. Вставляешь, перезаряжаешь и вперед. Стрельба ведется в полуавтоматическом режиме. Здесь есть коллиматор. Это как раз модель ружья походного. Его можно положить в рюкзак, взять с собой, кинуть в машину, чтобы оно защитило тебя в сложную минуту. А еще можно его использовать, когда закончатся патроны, как ударный инструмент. Я увидел здесь стенд, который, скажем так, в принципе, это есть у каждого нормального мужика, где он хранит свои нычки. И здесь как раз, видите, представлены такие секретные сейфы. Паспорт, бита, оружие и деньги. Изменения законодательства в этом году, приходится искать что-то новое без магазина, что человек мог бы купить и пользоваться 2 года, когда до того момента, пока у него не будет разрешения для покупки уже ружья с магазином, это полуавтомат.
А здесь мы нашли прекрасную одностволку, которая очень здорово складывается. Практически вот так вот, видите? Это 12-й калибр, одноствольное ружье, которое можно сложить в рюкзак, сходить в лес. Я думаю, что оно найдет своего покупателя. Планка Вивер стоит, можно коллиматорный прицел. Также практиковаться в стрельбе. Ну и достаточно неплохой, интересный образец. Хорошо, что это выпускает, опять же, турецкая компания. То есть без санкций может поставить на российский рынок. Также есть разные расцветки этого ружья. Вот есть в черном цвете. Мне нравится, что люди экспериментируют, ищут. Вот, и у них наверняка что-то найдется для нас тоже. На этом стенде представлена компания, которая производит штамповочное оборудование для сборки патронов. Причем патронов нарезных. Благодаря таким мини-заводам в Южной Африке собирается огромное количество патронов. Они перезаряжаются, делаются релоудинг. Засыпаешь в разные отделы, разные компоненты, порох, гильзы, пули, капсуль. И потом, как на мясорубке, крутишь эту ручку вверх-вниз, вверх-вниз. И собираются патроны. Одновременно, примерно за день, можно собирать несколько тысяч штук. И эта машина не означает, что мы сменили выставку. Это все еще оружейная выставка. Компания True Velocity. Эта компания несколько лет назад представила патрон в пластиковой гильзе. Мы позвали для освещения этой интересной темы эксперта, знающего человека. Дима, не отвлекайся, иди сюда. Добрый день. Дима Фиников, человек, который производит патроны, который управлял многими заводами, а сейчас он производит пневматические винтовки высокой точности. Расскажи нюансы про пластиковый патрон, есть ли в нем будущее и интересный это стартап. Или это мертворожденное дитя? Вообще, когда несколько лет назад я впервые увидел здесь, в Лас-Вегасе, пойдем, патроны с пластиковой гильзой, пойдем, я был заинтересован в технологии, и ребята любезно объяснили мне, что это достаточно все равно дорогостоящий боеприпас, то есть это не стоит вопрос удешевления цены, по крайней мере, на первоначальном этапе не стоял вопрос удешевления цены по материалу, хотя кажется, что пластик намного дешевле, чем латунь, а стоял вопрос по снижению веса. И основной боеприпас, на котором они специализировались, был 50-й BMG, который использует армия США, да, в крупнокалиберных пулеметах и прежде всего на вертолетах и так далее. Основная задача была снизить вес для того, чтобы увеличить количество носимого боезапаса, возимого боезапаса. И они смогли это сделать. Они снизили вес на 30%. Соответственно, вертолеты могут загружать боеприпасов на 30% больше, что значительно повышает их боевой мощь, потенциал. Да. А насколько патроны дороже? Они не раскрывают эти данные, потому что поставляются эксклюзивно пока в армию. Вот. Но я не думаю, что сильно он будет отличаться по цене от боевого. А в зависимости от объемов производства, может это быть как удешевление? Я уверен, особенно сейчас, когда цена на технологии цветные металлы увеличивается, а стоимость пластика, наоборот, снижается. По некоторым гражданским боеприпасам, которые уже на рынке присутствуют, мы уже видим, что цена на пластиковый боеприпас дешевле аналогов в латунных гильзах. Конечно, они пока еще не могут конкурировать с остальной гильзой, но с латуной они уже вполне чувствуют себя комфортно. Пластиковый патрон. Ну, вы можете представить, мы к чему можем прийти? Пластиковые пистолеты, пластиковое оружие или это нереально? Ну, нет, в 70-е годы и в Советском Союзе производились опытно-конструкторские работы по разработке пластиковых боеприпасов и безгильзовых боеприпасов, поэтому в этом нету какой-то сверхновизны. Новизна в том, что это становится широко доступным, это становится на рынке, и более того, вот уже второй раз представлен
патрон полностью изначально спроектированный под пластиковую гильзу и не имеющий аналога в металлической гильзе, вот 6,8. 6,8 это новый калибр, они хотят перейти на новый калибр? Ну, вообще, достаточно давно уже идет широкая дискуссия в околоармейских кругах о необходимости замены калибра 5,56. И на этот год стоит в планах объявление конкурса по Future Weapon для армии США. И Crew Velocity для этого разработала комплекс патрон оружия, который они хотят представить. Если они победят, то армия США будет использовать не 5,56, а 6,8 в пластике. ТВЦ. Да. Друзья, мы на стенде компании Hatsan. Сейчас я покажу, пробегусь по тому стенду, который здесь представлен. Поможет мне в этом наш главный продавец компании Hatsan на российском рынке Александр Жулебников. Собственной персоной. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что компания Hatsan очень успешно продает свой товар по всему миру, и не только в России, но в первую очередь в США. И традиционно всегда на шот-шоу они представлены большим стендом. Здесь есть отдельное подразделение компании Hatsan USA. И, конечно же, в первую очередь им интересны те бестселлеры, которые продаются и которых зачастую им не хватает в объеме производства. Конечно же, это тренд PCP-винтовки. Это все винтовки флэш, флэш-паб. Базовый флэш, карабин. Самая простая, самая экономная модель. 5,5, 6,35, 4,5. Здесь в США есть 7,62, 9 мм и так далее. Тот же самый флэш, только исполнение со скобой Гендри. Она у нас, кстати, не сильно популярная, потому что на конях за индейцами мало кто скакал. Да, но в США это очень популярная модель. Она даже больше продается, чем обычный болт, потому что, в принципе, удобнее пользоваться. Может быть, кому-то интересней именно с такой перезарядкой иметь у себя ружье, тогда мы для тебя лично привезем его. Ну, версии буллпапов PCP, тот же самый флэш, только в компоновке буллпап. Вот что-то новенькое у них я вижу. Значит, уже появляется биатлонный взвод в какой-то усовершенствованной рукояточке немножко и комбинированное дерево, синтетик в сток. Ложа. Есть система Quiet Energy, это такой интегрированный сразу шумоподавитель, да. Что еще? Ну давайте вот в американскую витрину. Чем они отличаются? Во-первых, большей мощностью, очень мощные винтовки и, конечно, калибр больше 4,5. Это все можно приобрести у нас, но для этого требуется лицензия. Вот винтовка Blitz, мы как-то рассказывали, показывали о ней после посещения фабрики. Это Full Auto винтовка. То есть автоматическая калибре, ну вот здесь она конкретно сейчас представлена в калибре 7,62. Если помните, у Морекса 2 года назад мы здесь на шот-шоу снимали такую винтовку, где они ходят на медведя на охоту с ней на 2 патрона в магазин. 50-й калибр – это очень серьезное уже оружие, примерно где-то 900 джоулей мощности. Есть модификация всеми любимых эскортов. Это тактическая версия ружей эскорт. Вот это позиция. Это 12-й калибр, тактика AR. Вот эта модель конкретно. В форм-факторе арки сделано помповое ружье. Смотрите, интересно как. Перезарядка продольным движением, скользящим вдоль ствола. И, соответственно, также отъемный магазин арочного типа. Это не полуавтомат, это да. Производное помповое ружье. Да, но надо, конечно, спортсменов спросить, имеет ли оно такой рынок в России, но мне почему-то кажется, что не очень большой. Люди экспериментируют и комбинируют настолько не связанные вещи, что ты приходишь, удивляешься, и на самом деле, может быть, это и выстрелит. Может быть, для этого и есть определенный рынок, но не в России, так в Америке точно. Это исполнение тактическое того же механизма, да, в заднем положении находится магазин. Соответственно, спереди патронов нет, поэтому затворная задержка. Активно развивается в мировом спорте. Точно так же надо разговаривать со спортсменами. В принципе, интерес есть, но не массовый, да, для такого оружия. Классический помп-экшен. Немножко обновленные рукоятки, немножко обновленные варианты прикладов. Но, по сути, внутри старый добрый эскорт. Вот это исполнение слагер, то есть пулевое.
та же история с более классическим прикладом и полуавтомат. Следующий уровень здесь, как любят здесь на американском рынке, расцветка мусиок запатентованная. Уже это все дороже, одна расцветка может стоить до 20-30 долларов. Внешний чок. Здесь у нас уже лицензионная расцветка, за которую они платят деньги правообладателю, как правило, США. Здесь у нас стоит кантилевер для дополнительного крепления там, коллиматора или других каких-то прицелов. Вот. Конечно, это все сказывается на цене. На стенде Калашникова и USA. Саш, расскажи, что ты смотришь. Это девятка? Да, да, это Сайга 9. Собственно, очень похоже. Магазин другой немножечко, без блокиратора. Здесь можно стрелять. Со сложенным прикладом. Со сложенным прикладом. Но я скажу, как человек служивший, сразу чувствуется, что сделано не на нашем заводе. Ручка не такая, тактильные ощущения другие. How much retail price this product? For which one is that one? Oh, this. Сейчас узнаем цену, сколько в магазине стоит эта ручка. Потом скажем, сколько стоит в охотактиве. Можете посмотреть, 1399, 1330, 1299, примерно вот такой. Вот она, вот. Retail price. 1220, вот она. 1220. Full auto. That's not full auto, that's semi-auto. Semi-auto. But if you're government, we do offer full auto. These are easy to convert, just like any other AKM. Он очень легко, скажем так, можно из него сделать АКМ. Цена 2021 года, насколько мы знаем, концерн Калашникова в 2022 году поднимает цены. 52 тысячи рублей по карте Охотактив. 52 тысячи рублей – это практически в два раза дешевле, чем здесь на американском рынке. US produced. Yes. Yeah, US made. All built and assembled here in South Florida. Well, South Florida. Yeah. О, какие новинки представила компания Умарекс. Это реплика военного автомата, полностью автоматически стреляет шариками BB. This is a replica of the Smith & Wesson Model 29 44 Magnum. Shoots BBs. You can see how realistic it is. Он как реальный, реплика 45-х калибра. Друзья, для меня на самом деле мой рабочий год начинается с 3 дней выставки Шот Шоу. Когда у меня открываются занавески моего отеля, я вижу горы Лас-Вегаса, штата Невада. Это меня заряжает невероятно. Придя и проведя здесь 3 дня, я понимаю, что насколько многообразен и интересен мир оружия, рыбалки и активного отдыха. Моя задача показать все это вам, чтобы вы знали, насколько это интересно, нежели чем сидеть дома в телефоне или в YouTube или еще где-нибудь. И если вы только смотрите меня, тогда вам интересно. Мы общее дело делаем, мы вместе, мы команда. Так что буду продолжать вам рассказывать, что происходит на этой выставке, а также на выставке в Германии и в других областях. Это моя задача. А вы пишите мне комментарии, мне очень интересно с вами общаться. И давайте вместе перезарядим отношение к людям с оружием.